коллекцию, ну, чтобы показать, что такое петербургские дворцы на фоне европейских. Я сейчас очень подружилась с университетом архитектуры, у них есть макетная мастерская, и они мне предложили всяческое сотрудничество. Я говорю, делайте мне макеты тех дворцов, которые видел Петр, когда он поехал в Европу. Вот как Петр видел Сан-Суси, как Петр видел Версаль. Вот у меня будут все эти макеты. И тогда каждый, кто приезжает, будет четко понимать, что такое Россия, что такое русская культура. И самое главное, что Петр для России сделал, когда все это вот в одну концепцию сложится. И тогда уже будет меньшиковская история, европейская история и выставочные какие-то зоны.